Йоу-йоу-йоушки, всем салем, Горилла в эфире. Сегодня мы находимся на автодроме «Сокол», потому что здесь финал чемпионата Казахстана по дрифту, пятый заключительный этап. Развязка всего сезона будет круто, обещаем, погнали! В общем, по традиции, друзья, мы сейчас будем залетать в сторону техпарка, пообщаемся с ребятами, зададим разные вопросики. Потом у нас сегодня здесь есть зрители, представляете, заключительный этап, разрешили посещение автодрома «Сокол», поэтому сегодня еще со зрителями поговорим. Но вот прямо сейчас Питяй. Слушай, брат, ну у тебя отличное место сегодня. Самое козырное, все же приходят сюда на перекур. Перекур-то только у мусорок, поэтому я сижу и контролирую. То есть ты здесь чисто как пообщаться, да, сидишь? Да. Скажи, пожалуйста, что ты можешь пожелать чемпионату Казахстана по дрифту в следующем сезоне с учетом всех пройденных там проблем, ошибок, которые, ну, как бы опыт в итоге все-таки же, да? Больше участников, больше дыма, ну и зрителей, зрителей надо, с ними веселее реально. Но все остальное, как всегда. Салам алейкум. Салам. Представьтесь, пожалуйста. Руслан. Руслан, у вас такой классный комбинезон, вообще четкий, нравится мне. Спасибо, спасибо. Почему висит машина? Что случилось? Ну, как сказать, жесткая сцепка, ну, это именно вот трехдисковый Тилтон. А, никого не жалеет, ничто не жалеет, всех ломает на своем месте прям. Из-за этого я не прошел квал. То есть вот эта фигня во всем виновата, получается. Вы-то нормально подготовлены, да? Нормально, видишь, комбинезон. Комбинезон четкий, да. Готовился, да, вот. Во всем виноват вот эту, которая железка на земле валяется. Можно ее пну? Давай. Алексей, а вы какая-то техническая спецслужба, да? Чем занимаетесь? Я офицер техпарка. Я смотрю за порядком в техпарке. Потому что, ну и, как честно, порядок в техпарке сегодня? Конечно, порядок. У нас всегда порядок. У нас все по правилам, у нас пилоты все дисциплинированные, поэтому никаких накладок не происходит. И главное, что честно, да? Да. Честно же? Все, все, все тогда. Мужики, салам алейкум. А, вот так форсунки чистятся? Я слушаю, я все время, я обычно машину оставляю, они говорят, сейчас форсунки почистят, потом, оказывается, я думаю... Кувалдой херачишь, нормально, стопудово. Блин, четко. А можешь еще раз прям вот показать нам, как правильно чистить форсунки? Я просто, ну, этот, мы запишем и покажем вообще всей стране. Вот, два, три. Может побольше, пока говно не перестанется подсыпать. Я понял. Ну, главное подложить, а то, этот, ну, типа, краску... Да, это, а, ты первый раз, видимо, так, без этого, без, не подкладывать. Все равно пробивает. А, понятно. Че, как дела? Не очень, но, вернее, нормально. Бывает лучше. А лучше знаешь, когда бывает? Когда не слетает ремень, пойдем. Вот так я доехал. Доехал я на таком ремне третью попытку квалификации. Она могла быть лучшей. Ну, там было бы 107 баллов где-то, наверное. Но из-за того, что ремень слетел, к сожалению, я их не получил. Олег! Привет! Как дела? Дела так себе, мотор стуканул на квалификации. Да ты чё? Какие варианты? Поедем добивать. Ты у нас лидер общего зачета, да? Как ты вообще докатился до жизни такой, а? Не от плохой жизни, от хорошей докатился. Не знаю, да просто фарт. Думаешь, чисто из-за фарта? Ну, типа, да, чё, я не тренируюсь. Как-то все как-то просто получилось. На самом деле, я очень удивлен, что так стрельнул в этом году. Слушай, ну желаем тебе сегодня удачи, классно откатать, а мотор уже давай херачь его до конца. Добивать будем, добивать. Слушай, у нас вопрос к тебе. В нашем чемпионате за кого из пилотов ты топишь, вот за кого переживаешь? Есть у тебя какой-то такой любимый пилот? Ну, брат мой старший, Авдеев Антон. Это он, ну, Тимур Цыпури. Тимур Цыпури. От Бугреева. За Олега Бугреева. Да. Бугор, давай, топи дальше. Ну, наверное, Женя Гладких. Макс Дрисвянский будет. Дрисвянский Макс. Ну, вообще, наверное, за Гумадзона. Наверное, тогда Дефу все-таки. А, ну Гума же есть, оказывается. Кроме меня-то еще. А? Ну, за Гуму. Я Фарика люблю. Я говорю, Фарика люблю очень. Наверное, Бубо. Юсупов, я. Гайрат Юсупов. Миша Пак. Он не помнит. Давай. Женька. Евгений Гладких.
Евгений Гладких. Да, сегодня он. Ну, я вообще болею сам за Максима Дресвянского. И даже... А он за тебя болеет, как думаешь? Ну, наверное, да. Шишкин, вон. Самое мне нравится Антон Шарыпов. Шарымов, ты клёвый. Подожди, еще чуть-чуть. Давай еще чуть-чуть постоим. О, да, холодно. О. Что скажете по поводу вот этого вот безобразия? Мне нравится. Когда третий этап был в Астане, я такой, короче, типа, а здесь, посмотри, вообще ракета, все классно. Мусор не летает. На удивление много, да? Согласись, то есть, ну, больше, чем на всех прошлых. Ну, относительно, да, намного больше. Ты знаешь, я, ну, если сравнить с прошлым, да, и просто тьма тьмущая там, довольный, кушает. Самое главное, что там реально холодно, там прям капец холодно на вот этом втором этаже, и я бы, если честно, бы, ну, 10 раз подумал, поэтому те, кто пришли, они или... Респектуешь? Осторожны, или они... Или тебя любят? Или меня любят. Ну, скорее, второе, конечно, но мало ли, может, есть какой-то процент отмороженных. А ты, короче, из наших любименьких хрю-хрю единственный, кто может как-то претендовать сегодня на хотя бы третье место на этом на общем зачете всего чемпионата Казахстана. Могу, да. Будем надирать жопы, наверное. А что получится из этого, сам знаешь. Эй, привет! Уу! Мы так скучали по вам, мои хорошие! Уу! Обожаю зрителей! Здрасте! Здрасте! Вы так классно фотались! Спасибо! Но мне кажется, у вас на этот не очень хорошо получилось, надо перефотать, мне кажется. Надо? Да. Надо, то надо. Как будто мы давно знакомы. Да. Как тебя зовут? Я Саша. Меня тоже. О, Санек, салам. Нормально? Нормально? Ну, почти. Ой, спросите у меня еще пару вопросов. А ну, давайте вы у меня, а я пока подумаю, что у вас спросить. Не, вы же уже женаты? Да. Жаль. Вот это поворот! Здорово. Как дела? Пойдет? Слушай, мы так скучали по вам, по зрителям. И вы, наконец, появились на нашем автодроме, на дрифте. Как ощущения, как настроение? Да, слава богу, хорошее настроение. Чуть погода потеплее была бы, вообще замечательно было. Ветерок поддувает. А настроение, конечно, шикарное. Первый раз на дрифте в этом году как зрители. Драк один этап тоже был со зрителями. Ну, старались не пропускать. Любите казахстанский автоспорт? Я вообще в дрэк-рейсинге участвую. А вы как эти дрэкеры себя называете вообще? Да никак не называем. Ну вот у нас здесь дрифтеры, а... Там дракстеры, наверное. Дракстеры? Да. Это что-то про наркотики, да? Я бы сказал. Здравствуйте. Как зовут вас? Садам. Садам, очень приятно. Я Александр. Тебя как зовут? Сабир. Сабир. Меня Ариф. Ариф. Семья получается. Да. Любите дрифт? Очень, я выступаю. А, я что-то о вас слышал. Вы один из самых популярных дрифтеров в классе стрит, даже более популярный, чем многие из класса про, да? Это же вы. С чем это связано? Ну, человек хороший, наверное, да? Друзей, да, и много кому помог. Может, поэтому... И BMW получилось классным. Вчера у нас получилось выиграть квалификацию на 81 балл. Ну, вчера. Сегодня поедем в финал. В принципе, машина готова. Следующий сезон едем в про. Ну, дай бог. Мы рады, что вы и участник, и еще здесь на трибунах семью привезли. Пацаны, вам нравится дрифт? Да. Ну, не, давайте честно. Да. Научил. Салам алейкум, ребят, как настроение? Супер настроение. Хорошее. Что делаете здесь? Мы чилим. На расслабоне, на чили. Пивко там, да, все дела, нормально. Вы так потусоваться приехали или за дрифтом следите? За дрифтом.
За кого болеете? За всех. Трех пилотов назови, пожалуйста, чемпионат Казахстана по дрифту. Нет, самое мне нравится Антон Шарыпов. Ну, еще Юля тоже нормально. Шарымова Юля? Авдеева? Я нет. Чекменева? Я не знаю ее фамилию. Гирилович? Гирилович? Нет. Гирилович? Нет. Может быть, Гирилович? Может быть. Ну, короче, сегодня у нас что? У нас сегодня мокренько, влажненько. Но это не всегда плохо. Это не всегда плохо. Было бы тепленько, было бы приятненько. А так не очень. А, из-за того, что не тепленько. Не тепленько, да. Но мокренько. А это надпись про тебя вот это вот? У меня такой большой. Да, можно вот это убрать и как раз где-то примерно про меня. Вот, у вас этот дрифтерский юмор такой, знаешь, своеобразный. Своеобразный. Дергай правильно. Да, у тебя, да, у тебя такой большой переключатель скоростей. Ну, вам, не, главное, вам весело? Да, да, нам забавно. Слава богу. Виталик, привет! Привет, привет, пацаны. Расскажи про свои классные очки. Алиэкспресс рулит. Салам алейкум, брат. Ассаламу алейкум. Как зовут? Бахтбай меня. Бахтбай? Да. Я Саша, очень приятно. Бахтбай, у тебя вот напиток горилла, чай. Да, мне... Как тебе? Неплохо, неплохо. Мне оказывается неплохо. Да? Пью. Если не... Не так было же. Я не пил. Я вот недавно его пью вот такое. Ну, мне нравится. Нравится? Да. Ну, как и у меня. Просто у него вот такой горилла вот, вот здесь. Картинка там написана, знаешь? А, ну, так. У него интерес. У него вкус. Вкус такой, видишь, хороший. И картинка классная. Да, да, картинка еще классная. А, все, я понял. От души, Рахмет, брат. Саламчик, брат. Не, мелочи нет, извиняюсь. Мужики, алейкум салам, приятного аппетита вам. Вам спасибо. Это плов получается? Конкретно сочный, мощный плов. Вот Ташкент просто отдыхает. Ты же сокол, братан. Самый лучший плов на соколе, ты же знаешь. Мы продолжаем наш сегодняшний фудблог и сейчас будем выяснять, какая самая дрифтерская еда. Приятного аппетита вам. Спасибо. Один вопрос. Какая самая дрифтерская еда, по вашему мнению? Сэндвичи. Ну, может, шашлык и хачины. Ага, а плов что? Ну, плов это больше для драга, мне кажется, подходит. А что с сэндвичами делать будем? Есть. Гориллой зашлифуем всю эту историю? Нет, мне нельзя. Все-таки я бы поела плов. Шашлык 100%. В данный момент плов. Наверное, горячие пирожки с картошкой, с капустой и с гориллой, я думаю так. Блин, пирожки тема. Плов узбекский, шашлык. Все-таки плов или шашлык? Шашлык, плов. А что лучше, вот если выбирать, либо плов, либо шашлык, что лучше? Плов, шашлык, да. Шашлык, машлык, плов и лепешка. Сушеный фрукт, халва немножко. Зеленый чай, само собой. Культур-мультур у нас такой. Ну что, дорогие друзья, чемпионат Казахстана по дрифту 2021 года подошел к концу. Gorilla Drift Championship ждет вас в новом сезоне. Увидимся там в 2022 году. Следите за новостями, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, смотрите запись прямого эфира. Увидимся на дрифт-треке, друзья. Всем пока. Респект. Мы привезли с собой в Европу кусочек солнца и тепла. Артем, привет. Чемпионат закончился, все, можешь лететь в Москву. Артем. Чемпионат закончился, Артем. Все, можно улетать. Пока.